Зная Догана, я предлагаю сперва договориться, а потом нести ему чертеж. Пусть он пока будет у пластик. А я ведь копию сделать могу. Нет, здесь главное — эксклюзивность. Пропусти. Фейт, какая приятная неожиданность. Прости, нужно было прийти раньше. Что ты, ничего страшного. Ты ведь ничего не должна. Я вот как раз, у меня кое-что есть в оплату долга. Перестань. Мы 2 года не виделись, и при встрече сразу о долгах. Проходи. Машины готовят безупречно. Но совершенство — это скучно. Настоящая уникальность скрывается в изъянах. Поэтому я люблю иногда привнести что-то свое. Небольшой изъян. Он еще у тебя? Я думала... Что я его выброшу? Я хотел. Ты меня очень разозлила, Фейт. Я бы даже сказал, ты в этом мастер. Вспомнить хотя бы, какой урон ты нанесла мистеру Крюгеру. Он жаждет крови бегущих. Ты явно украла у него что-то очень ценное. Чертеж отражения. А, он у тебя с собой? Сейчас нет. Когда будет, тогда и обсудим твой долг. А сейчас разберемся с чужими долгами, если ты не против. А Нанси запоздали с платежами. Кому-то недостает небольшого изъяна. Ясно, поняла. Что нужно делать? Отправляйся к центру Ананси. Я все расскажу по пути. Фейт, чтобы подняться высоко, нужно снаряжение. Я тебе кое-что оставил в хранилище. Обращаться осторожно. Я Габриэль Крюгер.
для Нанси. Я тебе расскажу, когда дойдешь до башни. Эй, ты! Ты что здесь делаешь? В чем дело, Фрэнсик? Заблудился? Тебе помочь? Центр, тут ничего. Все чисто. Отпустите! Надо нам будет обменяться новостями, Фейт. Возможно, стоит поужинать, когда уладим нашу сделку. Да, поужинать. Я приготовлю что-нибудь особенное. А как нынче дела у Ноя? Я думаю, все еще так себе. Прямо как у сотрудника. Это общий канал, Доган. Я знаю. Значит, снова даешь ей свои поручения, Фейт. Не забывай. Доган думает о своей выгоде. О, зачем ты так, Ной? Ну, не правда же? Надо поесть телятины, Фейт. Ты пробовала телятину? Большинство из медкасты всю жизнь проживает, не попробовав этого мяса. Или ты вегетарианка? Я готовлю отличное ризотто. Скоро дойду, Доган. Отлично. На вершине отсоедини виброгаситель. И мы в расчете. Пока что. Вибро что? Огромный противовес, защищающий здание от землетрясений и ураганов. Но не от меня. Он будет нашим орудием разрушения. А Нанси правда это заслужили? Ты передумала, Фейт? А Нанси не то чтобы воины света. Каждый день рабкастовые умирают на заводах в серых землях. Производят зубочистки и подгузники для городской медкасты. Сделай это, если не для меня, так хоть для них. Я полагаю, этот противогаситель нанесет большой ущерб. Ты полагаешь правильно. А как же сотрудники? А что сотрудники? Так я и думала. Я их эвакуирую, Доган. Пожарная тревога должна помочь. Как хочешь. Если вежливо попросишь, я думаю, они сразу выйдут.
превратился в отражение, как и Силвайн с Элизием. Разумеется, где есть интрига, там есть и близнецы Малус. Я отправил наших сыщиков к нескольким деловым партнерам. Через пару дней должны быть отчеты. Хочу оставить этот досадный эпизод позади. Фейт, не обязательно это делать. Чертежа в уплату более чем достаточно. Чертеж не стоит ничего, пока А. Я его не получу. Б. Я его не продам. Все в порядке, Ной. Я не против. И все сотрудники вышли из здания. Если что-нибудь с ней случится, Тоган, ты будешь в ярости, не сомневаюсь. Мы с тобой уже это обсуждали. Что обсуждали? Когда? Ной тебе не говорил. 2 года назад. Он сюда пришел, когда тебя забрали. Произвел впечатление. Нет, он мне не говорил. Бегущие своих не бросают. На вершине. Где этот вибротушитель? Должен быть прямо перед тобой. Этот? Почему ты не сказал, что это огромный маятник? Потому что все нужно называть правильно. Теперь тебе надо его сместить. Там должны быть 3 опорных захвата. Раскрой их. Здание пробило. Я не... Как и задумано. А Нанси от этого не скоро оправится. Если вообще оправится. Хорошо, что ты вывела сотрудников, Фейк. Мне не безразличны другие, но это наш не общий милый недостаток. Периодически. Фейк, видом любуйся, но надолго не задерживайся. Крюгерсек наверняка сейчас посылает людей разобраться с этим инцидентом.
насчет чертежа. И тогда, возможно, мы обсудим, как тебе получить рисунок. Кар пропал. На пульсе его нет. А я тут при чем? Тебе правда надо объяснять? Нет. Прости. Отлично. Посылаю его последние координаты. Посмотри, пожалуйста, что там. Рядом посылка для доставки. Подойди сюда.
справишься, Фейт. Другие берут с тебя пример. Рейгар, я думаю. Ну и хорошо, что Доган заинтересовался твоим предложением. Мы сбагрим этот чертов накопитель и уладим твой долг. Кто-нибудь, да что с этой штукой такое? Прикажешь?